Сейчас вам расскажу пару моментов. Тут накопилось про соседей сверху. Вот он как-то, видите, вышел. Отец семейства стоит во дворе с выводком. Костюмчик, видишь, ему прикупили. Красный, и кроссовки красные. Видимо, этого косплеит. Супер-брата Марио. Видите, как у него как комбинезон такой. Красный. Скоро, видимо, этот выйдет. Второй брат. Женушка. В образе этого брата. Луиджи Марио. То есть, получается, как вот... Марио, да, у него же фамилия Марио, то есть Марио получается, а второй Луиджи Марио. Вот сейчас Луиджи Марио выйдет. Ну вот я что думаю, что они немножко ошиблись с образом. Вот если вот вспомнить тот фильм, помните какой-то там, из каких он там, из 90-х, по-моему, «Супер-братья Марио». Там, помните, были такие эти... по типу как рептилии, что ли, с такими маленькими головками такими, и туловище было огромное. Они ходили в таких каких-то бордовых то ли этих плащах, то ли пальто таком бордовом у них было. И они так, знаете, переваливались, такие долбоебики. Так вот, я думаю, что им бы больше подошло косплеить вот таких вот, видите, как они переваливаются, вот эти болваны деревенские. Еще один момент. Вот перила, например. И на них сейчас стали собираться мухи. Раньше такого не было. И казалось бы, при чем тут соседи? А при том, что я уже не раз рассказывал, что они плюют нам на балкон. То есть на перилах всегда лежат слюни. Их слюни. И теперь стали кучами прилетать мухи. А мухи что делают? Мухи летят всегда на говно. Соответственно, какой вывод? Значит, в их слюнях большое содержание говна. Что, в принципе, доказывает мою теорию, что это... говно, что эти отбросы полное говно. Разве не так?